Сайрам, дорогие друзья! Только что прозвучал национальный гимн Швейцарии. Как мне показалось, что для такой панорамы, как фоновая музыка, подходит только национальный гимн. Я вам представлю моих друзей, с которыми мы совершаем многодневный поход по швейцарским Альпам. Это Ирочка, она приехала специально из Штутгарта. Это Вернер, наш духовный вдохновитель. Райми приехал вчера, присоединился к нам. Вероника, моя подружка. Райми ее друг. Ну и я еще за кадром, потом покажусь. В общем, мы отправляемся в путь. Итак, сегодня четвертый день нашего похода. Нас стало пятеро, и вот мы дружной компанией отправляемся в долину Саас. Нас ожидают сегодня 22 километра пути. В прошлой серии я рассказывал о том, что швейцарцы охотно эмигрируют. Так вот, наш новый спутник Райми не исключение. С раннего возраста он чувствовал тягу к путешествиям. После школы, получив образование пекаря и заработав свои первые деньги, Райми с рюкзаком отправился в путь. Когда ему было 23 года, дорога привела его в Колумбию, где он и познакомился с прекрасной колумбианкой. Тут он построил дом, посадил дерево и родил 3 сыновей. Конечно, не все складывалось так безоблачно. Молодая семья возвращалась в Швейцарию, потом опять в Колумбию. И вот однажды они решили переехать в США, в Нью-Мехико, где наш Райми открыл булочную под названием «Швейцарские Альпы» – «Swiss Alps» и сделал ее довольно успешным предприятием в течение 12 лет. Но так сложилась судьба, что он остался с детьми один и решил, что сыновьям будет лучше получить образование в Швейцарии. Так они снова оказались на родине. О его приключениях можно было бы написать целый увлекательный роман. Но мы пока что ограничимся краткой историей. Может быть, и до романа дело дойдет. Каждое утро, перед тем, как отправиться в путь, мы думали, чему или кому мы посвятим заслуги от этого дня, потому что мы рассматривали наш поход как духовную практику. Мы старались не роптать,
оставаться в бодром настроении и читать мантры во время пути. Thank you.
Как в любом уважающем себя горном походе, и в нашем походе не обошлось без приключения. По пути мы решили идти до поселка Саасгрунд. Ну, я, как обычно, плелась в самом хвосте, то тут, то там делала видео, фотографии, полюбовалась на лошадок и через несколько метров оказалась у перекрестка. Там я рассмотрела указатели и продолжила путь в верном направлении. От моих путников уже простыл и след. Иду 5 минут, 10, 20 и только удивляюсь, почему же меня никто не ждет. Потом я догадалась включить мобильную связь, и оказывается, все четверо свернули на другую тропу в другую деревню. Hello. Направление было, конечно, тоже верное, но немного другое. Итак, остаток пути я шла одна. Это было уже не так далеко от цели, но все же. Но дорога была просто сказочным лесом, где раньше жили только гномы и феи. В этой местности первые жители появились где-то 4000 лет назад. Это были лигурийцы, жители моей любимой Лигурии, провинции в Италии, с побережья Средиземного моря. Затем сюда кто только не приходил. И кельты, и друиды, и римляне, и бургунды, и франки во главе с Карлом Великим. А теперь тут нашествие туристов и зимой, и летом. Ну, конечно же, это не мудрено. Красивейшая природа, многочисленные походные тропы летом и лыжные трассы зимой.
На сегодня наш поход заканчивается и продолжится в следующей серии. Мы будем лениться, отдыхать совершенно по-особенному. Увидим сразу 3 мировых рекорда. Так что оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались, и пополняйте наш клуб путешественников. Я желаю всем счастья, радости, благости, добра и тепла. Сайрам!